И учительница в школе, она сказала, что Каролина, скорее всего, левша. Ксюша будет свои штаны носить до самой старости. Смотрите. Ксюша хочет себе большую кровать. Да ладно. Купила вот такие вот контейнеры. Как их называть? Чешки? Что такое? Спину прихватила. Старенькая уже. Всем привет, доброе утро. Мы сидим, завтракаем. Ты тоже говори привет. Вон, ты сливаешься с полом коричневым, рыжим. Смотрите, нашли заначку. Ксюша нашла. Далеко, далеко, далеко на полочке, высоко лежала шоколадка, про которую мы уже, да, не знаю, сколько времени она там лежала. Но несколько месяцев точно. Ну да, я давно покупала эту шоколадку. Вот, и Ксюша увидела. У Ксюши глаз алмаз. Она как орел, она видит все далеко. Она заметила, говорит, мама, там шоколадка, все. Так, все, поели, можно шоколадку кушать. Давай я разделю. Тебе тоже? О, на 6 человек по 2 штуки. 2. Это Маргарита. 3. Это тебе. 4. А это мне. Папа не будет. 5-6. Все? Всем по 2. Зуб сломала. Что случилось? Он сейчас упадет. Зуб? Зачем ты кусаешь тем зубом, который у тебя шатается? Покажи. Шатается? Так, все, поели. Молодец, давай еще пиши. Молодец. Так, с Каролиной занимаемся, цифры пишем. Вилкой не надо баловаться. И учительница в школе, она сказала, что Каролина, скорее всего, левша. Потому что она... И она путает, например, вот однерку в эту сторону может написать не вот так вот, а с этой стороны вот так вот она может написать. И в общем, нам сказали, что, скорее всего, она может и левой писать. Не нужно там ответить. Тебе какой рукой удобнее писать? Вот этой? Нет, вот этой. Вот этой? Да. Ну, в общем, она немножко странно пишет, конечно, мы посмотрим. Идите в Икею. Ну, наверное, у папы надо спросить. За ложками, да, ребят, у нас ложки. Ложек у нас мало. Да, у нас не хватает маленьких ложечек. У нас всего лишь их 6 штук. И постоянно их все пачкают. Никто за собой не моет сразу. Поэтому ложек просто катастрофически не хватает. Хотя бы штук 6 еще купить. Вот, а я сейчас хочу отмыть противень. Посмотрите, у него какие-то с пятнышками вот это все вот. Это пар. Ну, пар. Когда пар идет, видишь, пар, он от него же вода. Сейчас я. Теперь я буду протирать. Вот здесь вот были жирные пятна, а их нет. Мне вот чуть-чуть осталось. Ну что, ребят, в общем, вот так вот оно теперь блестит. Видите, немножечко осталось. Вот это вот сейчас я оттираю. Это жирное. Ну, не с первого раза, конечно, но по 2-3 раза, если пройтись, то она все оттирается. Ксюша будет свои штаны носить до самой старости. Смотрите. Панталоны. Мама, где Марго? В комнате у тебя. У меня? Да. Почему у меня? Нет. Что ты делаешь здесь? В моей комнате. Смотришь ТикТок? Ты поедешь, нет? Нет. Куда тусить? У нее сегодня гимнастика, или как называется? У тебя балет, гимнастика? Конечно, конечно. Все. Дай. Ты какашка. Сейчас она тебе скажет спасибо.
Так, все, все готовы? Папе на день рождения подарим. Что папе подарим на день рождения? Mm-hmm. У Маргариты 18 октября, у папы 21. Надо что-то подарить папе. Не забудь дверцу закрыть. Декаса. И после занятий сразу домой, поняла? Приехали, 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 детишки. В Икеа, надеюсь, там нет очереди и нет такого, как раньше, в масках и все такое. Решили пройтись немножечко, посмотреть, что здесь есть интересного. О, это наш столик. Еще продается. Как у нас. Ксюша хочет себе большую кровать. Да ладно. Но она, в принципе, не такая уж и большая. Много кровати. Или вот такая вот. Смотри, она недорогая. 219 стоит. Почему? Угу. Вот кровать. Нет, такую кроватку нет. А, вот такая вот тоже прикольная кроватка. Кошки. А, чтобы она прям на полу стояла. Ух ты, какая! Она хочет кровать, которая без ног. Ну, это с ножками. Да. Я на повыше была. Другая. Да, но у тебя комната маленькая. Новые игрушки. Возьму. Тема динозавров. Вот это круто, смотри. Личко. Вот это классно. Да, он такой огромный. Вот это все классно. Да. Карина, это взяла, ну, маленький. У нас уже готовится к Рождеству. Смотрите, елочку уже. Вообще-то рановато, но здесь уже елки стоят. Декорации. Вот эти какие. Вот у нас такой цветочек есть. Покупать не надо. Красиво. Это что такое? А, это внутри. Как красиво. Вообще-то только осень. Нужно к Хэллоуину готовиться, а не к Рождеству вообще-то, да? Угу. А тут уже готовится к Рождеству. Так, приехали мы домой. В общем, сейчас покажу, что купила. Купила вот такие вот контейнеры. Хочу складывать сюда крупы. Такие вот 4 штучки взяла. Потому что у меня все время, так, значит, по пакетикам, все в упаковках. Вот, взяли вот такие вот ложечки. Это ложечки для мороженого. 6 штук. 6-12. И 12 таких вот маленьких чайных ложечек. Потом вот такой вот стеклянный. Это у меня для сахара, только я взяла деревянную крышечку. Стеклянную я не нашла. И вот такой вот контейнер, 2 контейнера и крышка. Одна крышка у меня есть. Я надеюсь, она подойдет. Да, они одинаковые. Еще взяла вот такую вот подстилочку, чтобы складывать мокрую посуду. У меня одна есть уже там. И мне, да, мне нужна еще одна. Поэтому взяла такую. Такую вот лопатку взяла, блинчики переворачивать, либо оладушки. Потому что девчонки поломали одну. Маргарита. Маргарита она поломала. Вот так вот, она вот так вот блинчик давила и бум, отвалилась. Угу. И вот такую вот раскраску с динозаврами, потому что в Икеа сейчас тема динозавров. Вот такой вот один динозавр большой с голубыми глазками. И вот такой, это как с мультика Арло, кто смотрел, классный мультик. И вот такой вот один. Сейчас я буду раскладывать все, засыпать. Да, мы хотели только ложки купить, но все равно ради ложек я же не поеду в Икеа. Поэтому я закупилась заодно вот такими вот штучками. Вот здесь будет сахар. А то у нас вечно сахар в этих пакетах, в которых продают сахар. Вот, видите, у меня здесь все по пакетикам. Рис в пакетиках, это манка. И я хочу, чтобы было красиво. Вот сахар у меня так стоит. Я его буду пересыпать. А ложки сюда. Ложки? Наверное, не знаю.
Не знаю, почему купила только 4, попробовать, как она будет смотреться. Ну, вообще, очень круто. Смотрите, это у меня манка. Это... как ее называют? Овсянка, да? Так, это рис. И это тоже. Это вот с йогуртом мюсли. И я думаю, я еще, наверное, таких 10 штук куплю, потому что выходит очень недорого и вообще просто аккуратненько все. $30, да? Да, все аккуратненько будет и без всяких вот этих пакетиков. Ничто не будет не высыпаться, потому что они у меня очень часто рвутся. И потом это все, видите, все рассыпается. И смотрится не очень неаккуратно, поэтому можно было купить еще. Так, вот что у меня получилось. Видите, все еще пакетики есть. Можно было бы и орешки сложить туда. Ну, это у меня мюсли, рис. Рис специально такой круглый для каши. Здесь другой рис, длинненький. И здесь тоже другой рис. В общем, разные виды риса. Вот, пока так. Если бы еще были контейнеры, вот так вот все бы расставила, и было бы очень удобно. Взяла вот так вот. Видно, что здесь лежит прозрачная крышечка. Все очень удобно. Так, здесь у меня фрукты. И здесь консерва. Ну, с консервой ничего не сделаешь. Она, в принципе, так стоит, стоит. Это семена чиа. Да, семена чиа. Сюда положим. Все. Все. Убрали. Все сложили аккуратненько. Так, у нас тут следующая на очереди подстригаться. Ну все, мне не сложно. Да. Вот ну чуть меньше. Да. Ну, если хочешь, оставь. Нет, не передумай. Нет, не передумай. Как позанимались? Нормально? Каролина так громко разговаривает, ее не переговорить, не перекричать вообще. Что ты там купила? Как их называть? Чешки? Твой размер? Да. Черные? Ну хорошо. Еще что надо купить? Специальную одежду? Специальную лосины, кофту, футболку? Не, лосины, по-моему, не нужно. И это стоит 25 франков? Да. Окей. 25 долларов. Давай, они больше не знаю. Ой, какая девочка. С короткой стрижкой. Маргош, у тебя здесь это что такое? Коллекция. Коллекция одежды, я не знаю. Это ты все мерила, наверное, не знала, в чем идти. Два теста учить? Да, для теста учить. Ну, один очень просто, это диктант. Зачем? Диктант, это очень просто. По какому? Это у них тетрадка по-немецкому. Вот, у нас будет вот это. Он очень маленький. А, да, ты мне показывала. Ну вот, будешь готовиться. Сразу после каникул диктант? Ну да, и потом еще вот это. Вот это посложнее. Угу. Пошутаю. Может, свою книжку забыла. Я ей дам. Чтобы... Понятно. Ну, давайте. Все. Давай. Так, Маргарита, что там делает? Я знаю, что она в телефоне сидит. А, я думала, ты в телефоне. Бончик, пока. Бонька, спокойной ночи. Мы еще этого, после челленджа хомяка не перенесли к Ксюше. Завтра перенесем, да? Сейчас не будем уже. Я буду сказочки читать. Как-то ты не любишь.
Ты же сама просишь, чтобы я читала? Нет. Нет? Уже не хочешь? Нет. Нет, ну все. Не хочу спать. Не хочешь спать, как всегда. Не хочу, а хочу крепко.